Голоса осени – музыкальный конкурс, который позволяет кружковцам Басарабяского дома детского творчества «Лучафорул» проявлять свои вокальные данные. Он проводится уже второй год подряд. И с каждым разом в конкурсе принимают участие все больше ребят. Малыши, как всегда, самые активные, старшие немножко тяжело пошли на этот конкурс, но тем не менее, я думаю, что конкурс удался. Почему ты решила принять участие в сегодняшнем конкурсе? Ну, мне говорили, что у меня красивый голос, и мне надо бы поучаствовать в этом конкурсе. Ну, потому что у меня хороший голос, но случилось непредвиденно, у меня голос сорвался. Потому что у меня голос красивый, я бы смогла принять участие. Я решил принять участие в этом конкурсе. Конкурсе, потому что хотел посмотреть, как хорошо я могу петь и держаться на сцене. Я в прошлом году тоже выступала и хотела и в этом году еще один раз попробовать. Конкурс приятно впечатлил зрителей, сидящих в зале, поэтому они дружно поддерживали аплодисментами всех выступающих, но были у них и свои фавориты. Мне больше всего понравился Вася. Он очень выразительно пел и рассказывал всякие стихи. Никулица Александровна. Она хорошо выступила. Я болел за Васю. Он пел красиво и говорил шутки смешные. Выступление юных певцов оценивало компетентное жюри. Победителей выявляли по возрастным категориям. Среди самых маленьких первое место заняла Валерия Татарчук. В средней категории лучшей признали Эммануэлу Рожко. Среди взрослых участников победительницей стала Михаэла Ренице. Симпатию зрителей завоевала Валентина Бубленко. Все призеры были награждены памятными дипломами и денежными премиями. По словам организатора музыкального конкурса Александра Гребененко, подобные мероприятия будут проводиться в Доме детского творчества и в дальнейшем. Мы присматриваемся к нему, мы его изучаем. То есть каждый год будет пока немножко по-разному. Думаем, на следующий год сделать больше для малышей все-таки. Они более активные и смело идут на конкурс. Музыкальный конкурс «Голоса осени» закончился коллективным выступлением всех участников.